Всем добрый день, меня зовут Александр, я проживаю в Северном Казахстане, занимаюсь выращиванием чеснока. У меня возник такой вопрос, может кто-нибудь мне подскажет. Вот, бульбочка чеснока поделилась от двух, вот они две, вот три, а вот четыре головки. Может кто-нибудь подскажет, это особенности сорта, или это какая-то мутация, или не знаю. Вот тоже 5 даже. Вот смотрите, 5. Раз, два. Вот центральный. 5. У кого не спрашиваю, 2 встречали, 3 встречали. Но 4, 5 это что-то много. Вот 2. Ну и вот так вот, соответственно, много. Вот тоже 4.